В поселке Барсово появились сразу две многофункциональные спортивные площадки. В каждой два игровых поля для футбола и баскетбола, новые тренажеры для детей и взрослых в зоне воркаут. Для поселения это первые сооружения такого типа. Одну из площадок расположили возле школы. На этом месте мы предполагаем разбить сквер для всего поселка. И в составе его должны были быть спортивные площадки. Стали планировать, поддержал Сургутский район, выделили деньги. Дополнительно у нас появился спонсор. Все работы, на которые влияли климатические условия, были проведены в соответствующих условиях. То есть, если была необходимость, то есть подрядчик здесь разбивал шатры, где прогревали. Вот. Но в основном на холодный период времени остались монтажные работы. Вторая спортивная площадка с игровым полем и тренажерами находится во дворах. Монтировали конструкции 2 месяца. На строительство новых спортобъектов потратили 6,5 миллионов из бюджетов городского поселения и Сургутского района. Свой вклад внес «Юганскнефтегаз». Спонсорская помощь составила более 1,5 миллионов рублей. Я рада, что возле моего дома есть такие тренажеры. И здесь можно качать пресс, бегать, лазить, играть в баскетбол.